встать по короткой программе на нужное место. Ну и что нам сейчас покажет Стефан Ламбьель? У него и у Брайана Жубера, как и положено, по два четверных в программе. Увидим ли мы их на льду? Камнем преткновения является прыжок в 3,5 оборота. Вот он с него как раз и начинает. Да, потому что это когда сложно, лучше сделать, пока у тебя сил много. Посмотрим, что сейчас будет. Вот заходит на... А, нет. Полтора, по-моему. 2,5, да. 2,5 все-таки. Оказался, что-то не пошел он на прыжок. Сейчас должен быть четверной тулуп в каскаде с тройным. Еще двойной Ридберг должен быть. Да, 4-2-2, но исполнено хорошо. Тройной Ридбергер. И вот посмотрите на дорожку, мы с вами говорили, да? Блестяще. Это его коронки. Дорожки, вращения. Тут ему нет равных. Ее не воспринимаешь как какой-то обязательный элемент, да? Она настолько органично вписывается в ткань программы, в музыку. Еще один простой акцент. Одно положение, второе. Третье. Четвертое. Страшного выезда из первого тройного прыжка очень неудобно было брать второй. Все-таки он пошел. Что значит мастера, да? Опыт. Еще раз. Тройной лут, тройной тулуп. Тройной сальто. Я не помню, сколько он, насколько он отставал от Вернера, но мне кажется, что произвольно он выигрывает. Отставал на 7,5 баллов. Ай-яй-яй. Да. Вот это уже не надо было бы делать. Нельзя сейчас срывать прыжки. Здесь каждый балл на счету. Как же у него все-таки дорожки смотрят? Блестящие. От которых блестящие. Вы устаете в исполнении других. Других, да. А тут, смотри, тут пролетел. И вращение. Такое послевкусие. Шикарное вращение. Посмотри, чтобы осталось в памяти. И еще одно.
Совершенно незаметно смена ноги была. Видели, да? Как будто и не менял. Раз, чуть подставил на той же скорости. Да, какая красота. Прекрасно. Но боюсь, что... Не боюсь, а уверена, что у Вернера он выиграл. Произвольное. Достаточно ли будет для покрытия разницы в короткой программе? Но сейчас, да, выигрыш налицо. Он очень... Много. Вот сейчас просто интересно посмотреть, сколько он получит за эти. А в целом, если так говорить о прыжковой части, ну, по большому счету, он справился. Хотя там, конечно, можно... Ну, не было акции от Рискленера. Был четверной. Были два каскада из двух тройных. Вот это дает большую оценку, да? И единственное, он там потерял на двойном флипе вместо тройного. Да, но если учесть, что будут очень высокие оценки за компоненты... За компоненты, я думаю, будет восьмерки. Кто-то 8 поставит обязательно. Очень интересно. Смотрите, как публика, как зрители. Ну, любимец, да. Конечно. Потом очень много туристов, посмотрите, с колокольцами, с огромными вот этими колокольчиками с быков, которые издают такой звук специфический. Приехала масса туристов. У него лучший результат за произвольную программу до сегодняшнего дня 160,9 балла. Для того, чтобы опережать Вернера, ему надо, по-моему, превышать свой личный рекорд. Ну вот тут мы сейчас с вами не угадаем. Я не успею высчитать. Я могла бы посчитать, но компьютер это сделает быстрее. Поэтому подождем. Во всяком случае, если сейчас у него будет результат больше 160, то тут уже будут решать какие-то, может быть, даже десятые балла. Как сложно будет кататься Жуберу последним. А как сейчас будет не просто Воронову, потому что он попал между ними. Ну, ему легче, он все-таки пока не в тройке, да, поэтому он, конечно, может прорваться высоко, но это не борьба за золотую медаль. Пока еще для Воронова, у него все впереди. Будем надеяться, что он в эту борьбу обязательно ввяжется в ближайшем же будущем. Ну вот Ламбьель, такое ощущение, что он в предвкушении. Нет, то он так себя еще ведет. 67, да нет, это не маловато. Так, не мало. Мало. А вторая 80. Нет, он нам... Видите, как у него за технику-то нечем было брать. А вот ему... Второе место он в произвольном. Нет, он не обошел. Нет, конечно. Я говорил, что надо больше 160. А вот ему, кстати, видите, только в двойной аксель засчитали. Значит, он его... Так он его и не прыгал. Он прыгал двойной. Да, ну правильно. Каскад засчитан 4-2-2. Ему все засчитали, все прописовали, но без... Акселя в 3,5 оборота. Видите, он не конкурентоспособный. Да, Ламбьель только второй.